бах! Тут у нас стоят банки. Да как так можно? Вот это да, вот это супер вообще. Первый раз такое видим, чтобы пчелы несли мед прямо в банки. Ну, можно, вы... можно и трехлитровки. Можно и трехлитровки. Вы же видели, как да, она... Да, да, да. Ох, они вот нас атакуют, недовольные. Это не просто это, самовары. Это не это... просто самовары, это поилка для пчел. Там чуть-чуть соленая вода, она вот так капает. Крючком. Крючком. Прицепили? Да. И вот она идет, вот я куда хочу, его отвожу. Вот. А, вижу, по проволоке он по, едет по как... Проволокой. Как скот да, на да, бойню, да, то да, есть да, как да, полутуши да, там, да? Да, идет. И вот, если у меня примерно вот роится вот эта улья, я поднимаю его. Вот я его поднимаю спокойно, вот она поднимается вот так